Сегодня впервые свой профессиональный праздник отмечают следователи всех силовых структур, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Госнаркоконтроля. Задача этих специалистов – установить истину, как бы сильно ее ни пытались скрыть. С виновниками торжества встретилась наша съемочная группа. У следователя каждая минута на счету. От его внимания, ответственности и настойчивости зависит, будет ли найден виновный и получит ли он заслуженное наказание. Следователь выясняет истину и восстанавливает справедливость. В профессиональный праздник он может выделить максимум 10 минут из своего плотного графика для торжественного поздравления. От всей души хочу поздравить вас с этим праздником профессиональным, потому что в системе органов внутренних дел следствие является, наверное, как бы завершающим таким венцом всей работе всех остальных подразделений. Каждое дело, переданное в суд, это сутки непрерывной работы, допросы, протоколы, сбор доказательств, опросы свидетелей, поиск улик. Но и здесь есть своя романтика, чувство глубокого удовлетворения, когда найден виновный. За плечами Жанны Кукаевой уже 15 лет следственной работы. Прошла весь путь от следователя, была старшим следователем, начальником отделения. В настоящее время, уже год, я нахожусь в должности заместителя начальника следственного отдела. Значит, и также курирую следователей, которые отделение занимается расследованием преступлений в сфере экономики. Жанна хотела стать следователем с детства, пойти по стопам родных, которые служили в правоохранительных органах. Выбрала для себя работу, требующую высокой концентрации. К распутыванию преступных схем в экономике надо подходить скрупулезно. Одна из самых сложнейших категорий уголовных дел, то есть мошенничество, присвоение, растрата. Очень много интересных дел, но это очень интересно. И, в принципе, я себя не вижу никакой другой категории уголовных дел. Очень нравится. В Новом Уренгое следственной работой занимаются 24 полицейских. Только за полгода ими расследовано около 400 дел. Из них более 100 направлено в суд. В поисках истины заслуженные работники совсем молодые, стоят единым фронтом. Сергей Терещенко всего несколько лет назад закончил именитую Волгоградскую академию МВД. В качестве дела жизни выбрал борьбу с теми, кто распространяет смертельное зелье, наркотики. Ежемесячно в производстве у Сергея от 15 до 30 уголовных дел. Нам в отдел поступают материалы, первоначальные материалы по сообщению о преступлении. Мы изучаем данный материал, устанавливаем, действительно ли имеется факт преступления в данном материале, имеется ли основание для возбуждения уголовного дела. При наличии данных оснований мы, соответственно, выносим постановление о возбуждении уголовного дела. После этого начинается череда бессонных ночей, многочисленных проверок, допросов и следственных экспериментов. Бывает, что над делом, собирая несокрушимую доказательную базу, полицейские корпят не один месяц. И только потом его отправляют в суд. Но даже после этого служители закона не расслабляются. Они пристально следят за ходом судебных слушаний. Когда подследственный получает заслуженное наказание, они переводят дыхание и вступают в очередной бой с беззаконием. Марина Кошмак, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс».